Заключение договора на вывоз отходов – это требование федерального законодательства, и исполнять его необходимо как при возведении индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных домов. Вывозить строительный мусор на полигоны должна специализированная организация. В противном случае администрация города имеет право предъявить претензию собственнику земельного участка. Это может быть как штраф, так и приостановка начатого строительства. Все мы понимаем, что в процессе строительства возникает большое количество строительного мусора, который, так же как и твердобытовой мусор, необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством, а не складировать его на территории национального парка, либо складировать на территории существующих оврагов. Я хотел бы просто обратиться к жителям Сочи, как главный архитектор города, о том, что есть необходимость заключения этих договоров, и это прямая обязанность всех жителей города. В случае, если у человека отсутствует данный договор, администрация оставляет за собой право в судебном порядке приостановить строительство данных объектов. На одном из совещаний по этой теме глава Сочи отметил, что собственникам не стоит обольщаться слишком низкой таксой фирм по вывозу отходов. Чаще всего это означает, что водитель просто выбросит груз в укромном месте, потому что договора с полигонами нет. Таких предпринимателей находят с помощью правоохранителей и местных жителей и заставляют самостоятельно ликвидировать свалки. Одну такую недавно пришлось разбирать с недобросовестным бизнесменом в Адлерском районе. Также за нанесение ущерба экологии подобным виновникам может грозить уголовное дело.